В эти дни в Нижневартовске стартовал 5-й юбилейный теннисный турнир. Его приурочили ко дню работников нефтяной и газовой промышленности. В течение недели на корте встретятся любители большого тенниса в восточной части Югры. Всего около 30 человек. Участвуют в соревнованиях как молодые люди, так и ветераны. Самому старшему спортсмену 72 года. Отмечу, нижневартовские теннисисты регулярно занимают призовые места в окружных соревнованиях. Теннис по сравнению с другими видами спорта очень привлекателен, очень заразителен. Не зря у нас многие прям семьями занимаются. То есть муж, жена, дети, целые, так сказать, коалиции такие.